делать интересные вещи. Компания MotoLife.ru приветствует вас, и этот обзор посвящен очень интересному мотоциклу, красавчику, можно сказать. Перед вами Kawasaki Z1000 Ninja. Литературное название его — Монстр, дорогие друзья. Да, чем-то есть этот мотоцикл очень-очень похож на монстра, маленького живого. Ну, расскажу, скажем так, предысторию, откуда же взялся такой мотоцикл. Изначально компания Kawasaki начала, скажем так, делать более универсальные мотоциклы. То есть из спортбайков делать, скажем так, более дорожные версии, на которых будет удобно ездить в городе. До этого была генерация первая, вторая, Z1000. Пошла она именно от Kawasaki Ninja 9. То есть Ninja 9 немножко модернизировали, внесли в нее определенные, скажем так, новшества. Как правило, это только из-за дизайна. Двигатель оставался от Ninja 9. Но за счет конфигурации, удобной посадки, высокого руля, мотоцикл завоевал любовь. На мотоцикле действительно удобно ездить. Мотоцикл динамичный, так как ему по наследству досталось все от Ninja 9. Но Ninja 9 Spawn, вы сами знаете, что она практически стоит на том же пьедестале, где и R1. Только R1 это жесткий мотоцикл, Ninja 9 более сглаженная и которая прощает мотоцикл. Итак, Kawasaki Z1000. Конечно, в этом мотоцикле уже мало что осталось от Ninja 9. Это совершенно определенный мотоцикл. Его характеристики. Он мотоцикл очень короткий, очень легкий, так как выполнен из новых материалов. Здесь, как говорится, нет ничего пластмассового, ничего железного и ничего алюминиевого. Уже новые сплавы, новые технологии по производству этих материалов. Конечно же, здесь стоит революционная вилка, которая, хоть, скажем так, и со спортивным значением, но она мягкая, и на этой вилке можно ездить даже по бездорожью. Конечно же, для скоростной езды здесь стоят два больших тормозных диска на плавающих шайбах, и диски резаные. Это, конечно, для охлаждения. Четырехпоршневые скобы Такика, уже, скажем так, модернизированные, которые дают действительно хорошее эффективное торможение. Ну и плюс, конечно, к этому, это уже версия, она, конечно, с АБС, с трещоточкой. И да, действительно, при скорости 200 можно резко растормаживаться, мотоцикл будет прям, скажем так, нырять и останавливаться. Давайте поговорим о дизайне. Все-таки дизайн здесь, скажем так, на первом месте. Японцы просто так не называют мотоциклы литературными названиями. Но компания Kawasaki еще с 90-х годов привыкла называть свои мотоциклы именем воина, ниндзя. И здесь также это мы все улавливаем. То есть красное кимоно, черная повязка на голове и вот эти два глаза. Действительно, мотоцикл чем-то похож на живой. Конфигурационное стеклышко. Вроде оно кажется маленькое, с такими аэродинамическими выпуклостями. Если посмотреть на него, скажем так, фронтально, то мы думаем, да, оно слабенькое стеклышко, оно не будет забирать нагрузку. Но японцы подошли очень грамотно. Именно вот эти выводы, это все пошло как бы от авиации. Воздух уходит, скажем так, компенсируется и уходит вверх выше пилота. И перегрузки действительно нет. На этом мотоцикле очень легко, скажем так, маневрировать со скоростью 200-220, летать между автомобилями. Этот мотоцикл может. Его можно сопоставить с таким мотоциклом, как Suzuki Bandit 1200. Но Bandit — это тяжелый, здоровый мотоцикл, а это сжатый, легкий мотоцикл с очень прогрессивной, скажем так, динамикой. Обратите внимание, как интересно выполнена у него, скажем так, рулевая часть. То есть руль на самом деле приподнят и ровный. Если мы мысленно начертим линию руля, вы сами видите, что это обыкновенный дорожный руль, но выполнен как будто спортивный. То есть высокий дорожный руль, за который будет удобно держаться, что-то объезжать в городе, ездить между автомобилями, разгоняться с максимальной скоростью. Большой бак. Большой бак в том отношении, что он сильно приподнят. И по отношению пятой точки седла бак очень высокий.
тем самым бак будет играть роль щита. Вы будете прятаться, ложиться на него, и нагрузка на грудную клетку будет уходить. Но если вы, конечно, приподниметесь, нагрузочка будет идти на грудную клетку, у вас грудная клетка провалится, и вы будете задыхаться. Так что аккуратнее, дорогие друзья. Если вы ездите со скоростным режимом, то не поднимайтесь, иначе можете захлебнуться воздухом. Хочу сразу же поговорить об торпедо, об аналогу. Обратите, как выполнена она по-инопланетянски. Включаем. Во-первых, уже, скажем так, цифры выполнены в стиле анунак. У него тут всякие штучки горят, и часики, и моргает лампочка, и вот стрелка вот эта. В общем, очень информативно видно, что днем, что ночью. Панель очень информативная. Выключим пока, поговорим о ней попозже. Конечно же, сразу же поговорю о седлах. Седло для пилота сделано с микропорой, для того, чтобы влажность и усталость забирать с пятой точки. Оно не такое уж мягкое, оно жесткое, но сделано это для того, чтобы вы прекрасно себя чувствовали на высоких скоростях. Задняя сидушечка чем-то похожа, скажем так, на своих собратьев от других производителей. Она шершавая, для того, чтобы вы не потеряли свою спутницу сразу же в первой поездке. За счет того, что бак сделан высоко, ваша спутница нежно обнимет вас и будет держаться за вот эти выступы. Ей будет удобно, она будет нюхать ваши волосы, будет шептать вам что-то на ухо и тем самым будет держаться. Если на коротких скоростях, то, конечно же, вот эти конфигурационные ручки, как два вот эти вот... Чух-чух-чух, это же ниндзя. Вот, очень за них удобно держаться. Но на большой скорости не рекомендую, потому что можно сделать сальто-мальтари вот так вот. Чух-чух. Стоят розовые вот эти штучки. Японец, кстати, любил этот мотоцикл и загнал его в максимальный тюнинг. Он приклеил вот эти вот, вот он прикрутил вот эти розовые штучки. Эти розовые штучки, дорогие друзья, позволяют до того, что когда вы приедете на байкерский слет, либо еще куда-то, вы смогли вот за вот эти штучки вот такую вот резинку и вот под эту резинку куртку. Это очень удобно. Ну, по крайней мере, это эстетично очень красиво. Здесь мы наблюдаем, что написано «1000». Это так греет, скажем так, глаз именно молодых райдеров, потому что они спрашивают, а сколько едет, а сколько прет, а какая кубатура? Кубатура, дорогие друзья, 1000. Да, сразу же мы поговорим о заднем оперении. Обратите внимание, как остро это все сделано. Подчеркнуто действительно, воинственно Кавасаки все-таки стараются. Кстати, обратите внимание, какой у него стоп-сигнал. Что-то это такое от инопланетян. Не что такое, а конкретно от инопланетян. Красивые поворотники. Они так здесь смотрятся. Конечно же, есть планочка под большой государственный номер. Кстати, если вы видите, хвостовика здесь нет. И вот эта планочка, обязательно ставьте мотоцикл на учет, чтобы здесь был большой государственный номер с русскими цифрами и буквами. И вот этот номер, он будет забирать пыль и грязь. И ваша спина вашего пассажира будет всегда целая. Хочу заметить про задние тормоза. Обратите внимание, тоже трещоточка стоит, АБС-ка, резанные тормозные диски. Тормоза действительно здесь очень сильно эффективные, так как мотоцикл легкий, короткий, да еще и резанные тормоза. Это очень эффективно, да еще и с АБС-кой. Сразу поговорим о выхлопной системе. Выхлопная система, конечно, ставится здесь разная. Она ставится более квадратная, здесь конкретно вот более круглая. Но выполнена она, конечно, очень-очень красиво на самом деле. Это действительно, да, от инопланетян. То есть трубы, они симметричны с двух сторон. И вот сзади это смотрится просто бомбически. Ну и, конечно же, великолепный, шикарный звук, который издают эти четыре отверстия, четыре свистка. Обратите внимание, какая звездочка. Она не такая уж большая. Если вы хотите заниматься трюковой ездой, рекомендую поставить более большую звезду. Но будьте аккуратнее. Мотоцикл даже на этой звезде пытается подняться при скорости 150 на задний баллон. Ему хватает, он поднимается. Ну, вы его придерживаете на самом деле. Не хулиганьте на нем, потому что потенциал есть у мотоцикла. Хочу заметить. Очень приятно, что лапки для пассажира, вы обратите внимание, как они выполнены низко. Не высоко, как на других, а низко. Поэтому здесь будет удобно ездить и вашей девушке, и если вы еще кого-то там посадите. В общем, удобно. То есть посадочка, ноги вот здесь, руки здесь, очень удобно. Именно здесь компания Kawasaki подумала не то и как о пилоте, так и о пассажире. Ну, давайте сразу же поговорим. Обратите внимание, как выполнен пластик у Kawasaki.
они закрыли весь двигатель, и действительно полное сочетание этого мотоцикла, он очень красиво, эстетично выглядит. И здесь, конечно же, поворотники, я их представляю, как будто бы это крылья какого-то космического корабля, и вот они светятся там, очень красиво, они молодцы подумали. Мы проглядываем, конечно, двигатель, красивый рефлекторный двигатель, то есть уже мотоцикл сделан как бы в стиле космических войн, действительно, он очень живой, у него проглядывается спереди рефлекторная вот такая штучка, как ноздри, турбоноздри, дорогие друзья. И хочу заметить сразу, обратите внимание, киль, вот видите, как он сделан, на самом деле вот этого киля, ну, маловато, но так как, чтобы не испортить дизайн, инженеры сделали такой маленький киль. Вот этого киля чуть-чуть не хватает, он захватывает воздух, ну, при большой своей динамике поднимается на заднее колесо, поэтому, дорогие друзья, я бы порекомендовал вот здесь на пластике, сделать дополнительные крылья. И тогда он будет более устойчивый. Зеркала конкретно на этой версии стоят уже тюнинговые, они тонированные, выполнены очень хорошо, вроде они вот так и крутятся, но воздухом их не сбивает. Они тонированные, фиолетовые. Очень повезло человеку, который приобрел этот мотоцикл. Он с любовью, он с уважением нам дал его, спасибо ему большое, отвидосить этот мотоцикл и выпустить на YouTube. Хочу заметить, с правой стороны крышка сцепления. Хочу заметить, что вот если мы смотрим, сцепление, оно не такое уж большое, вот такая корзина. Но за счет крутящего момента мотоциклу этого хватает. И еще раз напомню, что здесь новые технологии, нанотехнологии, то есть тут новые материалы. Он мотоцикл очень легкий, дорогие друзья, очень легкий. Я бы его сравнил с 400-кубовой версией. Ну, о мотоцикле, конечно, можно рассказывать много, можно придумывать, конечно, можно еще придумывать. Ну, давайте еще поговорим о ништячках. Обратите внимание, что из чистого золота стоят подкаты. То есть можно мотоцикл ставить на подкатах дома и любоваться им. Конечно же, задняя подвеска сделана уже по-космически. Вот амортизатор практически лежит. Это, конечно, очень модно. За счет такого расположения заднего амортизатора мотоцикл стал более мягче, то есть вот, пожалуйста, мотоцикл податливый, мягкий, то есть можно ездить по бездорожью, ну и соответственно это сложилось в длине его базы, мотоцикл стал короткий. Ну что, дорогие друзья, я сейчас присяду, расскажу его физику. Мотоцикл очень удобный, еще раз повторюсь, легкий, за счет того, что сидушка, седло пилота находится низко, на мотоцикле удобно находиться, и при моем росте я полностью контролирую мотоцикл, а за счет высокого руля, вот обратите внимание, руки ровно, плечи без напряжения, то есть я еще и пузом своим упираюсь в бак, то есть снято напряжение с плеч и снято напряжение с позвоночника. Очень удобно ездить, действительно, на этом мотоцикле можно проехать без остановки более 300 километров и не получить, скажем так, нагрузку на свой позвоночник. То есть мотоцикл очень удобный. Правильно стоят рычаги, они не тюнинговые, под пальцы, они очень длинные. Пожалуйста, удобно работать. Имеется регулировка под пальцы. Не забывайте про это. Всегда под свои руки делайте регулировку. Сцепление здесь на тросике. Все-таки японцы, они не полностью, скажем так, отдали все технологии, не взяли от инопланетян, но взяли все-таки от Айвенга. Это чтобы вот это, чтобы напряжение ваших сухожилий передавалось, скажем так, мотоциклу. Так, вот так. Ну, в общем, мотоцикл шикарный, кстати, да, у него есть еще и две розетки, представляете, это так приятно, ну, две розетки. Как правило, за границей эти розетки используют под подогрев комбинезона и под зарядку сотового телефона, дорогие друзья. Как мотоциклист вам скажу так, друзья, мотоцикл — это снаряд, это, можно сказать, космический корабль, не надо придумывать велосипед, не надо на спортивные мотоциклы ставить подсветку, музыку, либо еще что-то, потому что все это отобразится на генераторе, на реле-регуляторе, и потом какие-то будут вопросы, пусть лучше мотоцикл будет мотоциклом, часы часами, телефон телефоном, дорогие друзья. Ну что, заведу, продемонстрирую работу этого замечательного мотоцикла, конечно. Поворачиваем, и вот загораются вот эти лампочки, мне это так трогает, и бензонасос, который работает в баке, он и ласкает, вот там что-то, ну, приятно очень на самом деле, если вы посадите девушку, 4 раза так сделаете, она от вас больше не уйдет никогда. Ну что, запускаем. Красивая мелодичная работа этого мотоцикла, очень приятно, ласкает душу, вот так. Ooh.
За счет того, что у него 4 свистка, создается свист. Вот так, очень. Ну что, прокачусь, покажу, как на этом мотоцикле чувствует себя пилот, ну, в моей комплекции. Убираем подножечку, включаем металлический щелчок и подталкивание, ведь это все-таки Кавасаки. Трогаемся мягенько. То есть, пожалуйста, на мотоцикле можно действительно ездить, крутить петли, дорогие друзья, на нем это очень удобно делать. То есть можно в городе, можно между домов ездить. Очень удобно маневрировать, пожалуйста, вправо. Ну и сразу же мотоцикл при отвороте акселератора становится очень дерзким и серьезным. Ну тут грунт, я могу чуть-чуть похулиганить. Интересно себя ведет мотоцикл за счет короткой базы. Срывается в дрифт, но мы его легко контролируем, потому что вес, удобная посадка и, конечно же, управление. Здесь постарались не то что инопланетяне, а инженеры компании Kawasaki. Все-таки Kawasaki — это военная корпорация. Самолеты компании Kawasaki, хочу напомнить, бомбили Перл-Харбор. И они совершили это, им все это получилось, и американцы все еще вспоминают. И с любовью покупают мотоциклы Kawasaki, рисуют на них вот этот красный флаг, вот это красное солнце, вот это, ну типа вот камикадзе. Кстати, о камикадзе, это священный ветер, который погубил флот внука Чингисхана Чигилая. Он, кстати, к нам сюда, в партизанский район, вот в Приморье пришел, и как, и они разгромили флот, а потом они пришли и Джурджени еще поубивали. Бедные Джурджени, они сопку нам там таскали, всех поубивали. И золотые статуи, 20 золотых статуй коней вот здесь закопали. Ну, я знаю, где, никому не говорите. В общем, дорогие друзья, шикарный мотоцикл. Действительно, это будущее, будущее мотоциклов в спортивном направлении. Если 10 лет назад тренд был спортивного мотоцикла — это капсула скорости, на которой надо было лежать, одеваться в какого-то космонавта, ходить вот так, как космонавт в мотоботах. Здесь нет. Это обыкновенный гражданский мотоцикл, на котором действительно удобно будет ездить даже в вечернем костюме, скажем так. Но динамика у этого мотоцикла просто феноменальная. Мы сейчас с вами вместе прокатимся по трассе. Я вам покажу, на что способен этот мотоцикл. У нас сегодня, хоть и весна, немножко прохладно, асфальт холодный, поэтому, ну, гиперскоростя такие, как там 250-260, я не буду давать. Но со скоростью 200, я думаю, мы с вами сейчас прокатимся. Ну что, дорогие друзья, это будущее, будущее наше. Скоро на всех дорогах страны будут именно вот такие мотоциклы. Так что смотрите, завидуйте и копите деньги, покупайте именно такие мотоциклы. Kawasaki Z1000 – это тот мотоцикл, о котором стоит мечтать. А мечты должны сбываться, пусть не сразу, но через некоторое время. А сбыться мечтам, конечно же, поможем мы, компания Motolife. Мы с любовью поработаем с вами, найдем вам мотоцикл, тот, который вам нужен, ваш бюджет. И привезем вам его и передадим вам в руки, ну, с помощью транспортной компании. Кстати, хочу сразу же напомнить, что помимо нашего сайта motolife.ru есть у нас группа ВКонтакте Motolife, и есть второй у нас информационный инструмент, сайт, это motopodbor.com. Друзья, вооружайтесь, смотрите, приценивайтесь и становитесь мотоциклистами, приобретайте мотоциклы, мы будем рады вам в этом помочь. Спасибо за то, что вы с нами, следите за новостями. Итак, дорогие друзья, динамические испытания дорожно-спортивного мотоцикла Kawasaki Z1000 Monster. Очень красивый, эстетически красивый мотоцикл с интересной посадкой, с очень удобной посадкой, с удобным рулем с секционами. Ну и, конечно же, нанотехнология от самих Anunnaki. Ну что, посмотрим, что такое Z. Поворачиваем красивое табло, идет считка, бортовой компьютер, пожалуйста, работает. Заводим. Мотоцикл очень премиумистый, работает. Все-таки это наследие от ниндзя девятки спауна. Ну, здесь уже другие технологии. Ну что, прокатимся. Нам любезно этот мотоцикл предоставил хозяин для того, чтобы мы сделали обзор. Красивая работа. У него стоковая, очень интересная выхлопная система. Очень удобная посадка. За счет высокого руля удобство управления. Просто на высоте. Мотоцикл очень легкий.
наше российское топливо, конечно, сказывается на динамике. Так, подъезжаем, пропускаем. Ну что, ребятишки, проехали? Поехали, прокатимся на зеточке. Ну что, мои хорошие? Фая! Передача вниз, приготовились работать наклоном. Мотоцикл очень легкий, поэтому легко им управлять. Фая! Сдавила грудную клетку, пошла перегрузочка, тюнинговые зеркала вот перегрузки немножко сложились. Очень интересный мотоцикл, его вес и динамика, все это сказывается в управлении. Мотоциклом очень легко управлять, очень легко. Хулиганистый мотоцикл. И самое, что приятно, реально удобная посадка, друзья. Динамика здесь повеселее, чем на его предшественнике, то есть, чем на спауне. Все-таки литр, зетка. У нас весна, друзья. Ну что, прокатимся. Камера вроде стоит. Фая! Перегрузка давит, конечно, в грудную клетку. Но здесь ложиться надо на мотоцикле. Из-за того, что у меня камера, я не ложусь на мотоцикл. Поехали! Хорошо! Отличный мотоцикл! Прям впечатление, можно сказать, выше крыши. Мотоцикл наталкивает на то, чтобы разгоняться, достигать каких-то определенных высот и величин. Ну, на нем хочется кататься. Очень удобный, продумана, скажем так, физика посадки. Динамика хорошая, выхлопная система красиво работает. Двигатель улюлюкает. У японцев реально получилось сделать нечто похожее на летающую тарелку. Им помогли, конечно, инопланетяне, анунаки. Здесь не без них. Но мотоцикл просто сказочный. Реально управление. Прям он легенький. Как 250-очка. А под тобой литр. Коробочка просто. Все ищется. Мотоцикл сравним с сотовым телефоном. Все удобно, под ногой подножечка. Итак, дорогие друзья, перед нами Kawasaki Z1000 Ninja. Отличный мотоцикл. Это уже действительно новое поколение спортивных мотоциклов. Здесь не надо быть креветочную посадку. Здесь очень удобно находиться на мотоцикле. Мотоцикл действительно берет такие показатели, как его собрат, допустим, Suzuki GSF 1000. Если его собрат разгоняется на коротком участке 200 где-то, это даже чуть-чуть побольше. Ну, спасибо за то, что вы с нами. Следите за новостями. Kawasaki Z1000. Ниндзя. Красивый, правда? Реально, очень сексуальный мотоцикл. Все, Владислав, пожалуйста. Есть? Да, вообще, ух, 200 там с копейками.